План у нас был немного другой. Кто следит за нашей историей уже хотя бы какое-то время, знают, что к этой цели, переезд в Германию, мы двигались весь последний год. Собирали документы, разные справки, учили язык, экзамены, вот это вот все. И не потому, что мы прям тащились от Германии и мечтали сюда переехать. Так случилось, что именно эта страна могла нам дать то, что не могла ни одна другая. А именно Ausweis. Паспорт. Ни много ни мало. А в наше время это достаточно серьезно. Надо сказать. А все почему? Женился удачно. Шутка. Да, в смысле, не в этом смысле шутка, что женился, а вообще шутка. Шутка, понимаешь? Вообще, она у меня немка. Ну, так, милая, добрая, хорошая, но... немка просто. Но мы думали, надеялись, ну, по крайней мере, раньше так было у других, кто переезжал по этой программе, что за первые 2-3 месяца мы решим основные наши вопросы. Пропишемся, получим документы, дети пойдут в школу. В общем, закроем основные бюрократические моменты. И как-то немного выдохнем, отойдем от этого невероятно сумбурного, эмоционально нестабильного, суетливого чемоданного года. Сосредоточимся на работе, которая тоже пострадала за последний год, на каких-то планах, мечтах, и как-то двинемся дальше. Но вот, прошло 4 месяца, даже уже больше. И Ausweis'ов пока нет, и дождь пошел. Нет, что-то мы, конечно, решили в целом, но выдохнуть так и не удалось пока. Мешают удушающие руки немецкой бюрократии. Но давайте с этого момента поподробнее и по порядку. Итак, наши истории, которые произошли за последние несколько месяцев. Очень важный момент – это школа. И Стефан у нас пошел в школу достаточно быстро. Вот Олеська там в январе занималась, короче, поисками. И в конце января, да, по-моему, он? В середине января. Короче, он пошел в школу. Это было в нашем видео. Но у Стефана это младшая школа. Как бы там все проще. С Соней получилось все сложнее. Реально пришлось потрудиться. Хотя Штутгарт большой город, мы живем в центре. Здесь очень много школ, но мест реально не было. Я писала во все возможные школы, в организацию, которая в принципе занимается тем, что следит, ходят ли дети в школу, чтобы они подключились и помогли эту школу найти. Но по факту Соня пошла в школу только на вторую неделю марта. Вот, это реально жесть, не норма. Вообще, нас тут все пугали, что все, в Германии тут с первого дня должен ребенок ходить в школу, будет штрафом. Да мы пытались вообще, мы 2 месяца просто пытались отправить ее в школу, никак не получалось. Поначалу она даже кайфовала. Ну, типа, каникулы, не надо ходить в школу, все такое. Но потом, со временем, у всех потихоньку начала ехать крыша. Вещь? Это ты? Жесть какая. Да, долгое сидение дома никому не идет на пользу. На самом деле Соня, конечно же, продолжала заниматься со своими репетиторами и сейчас продолжает, вот, но это было реально тяжело и для нее, и для нас. Ну а теперь все норм, в марте отправили в школу. Все, Гендер, Соня пошла в школу, а мы домой. Многие из вас просили рассказать нам больше про школу, про образование в Германии. И, конечно, мы это сделаем, но чуть позже, потому что сейчас, на самом деле, еще рановато это делать. Мы еще въезжаем во все, в весь процесс. Нужно немножко выдохнуть, отдохнуть, что они хотя бы пристроены. И мы обязательно сделаем такой обзор, но чуть позже. Пока, ребята. Вот кому кайф. И никаких забот. Гэндальф, ты жив вообще? Ну, реакции. Да. Смотри, какая она.
Красиво тут. Это мой кофе. Ну, сорян, просто мой забрали уже. За нашей спиной сейчас вот, вот оно. Это то самое место, где мы были уже какое-то неприличное количество раз. Ратхаус. Ратуша. Вот тут даже остановка так называется. Ратхаус. Короче, это такая городская контора, где решаются все вопросы с населением. Начиная от карточек за парковку автомобиля до получения паспорта. Кстати, вот добычей этого самого паспорта мы занимались тут все последнее время. И, кстати, не добыли еще пока. Вообще, как поздние переселенцы, у нас есть такое право получить паспорт сразу. Но, как говорится, обещать не значит жениться, и иметь возможность не равно получить его сразу. Какая была история? В каком-то из предыдущих влогов он заканчивался тем, что к нам прилетели орлы. Орлы — это такая штука, это удостоверение позднего переселенца. Это уже клево, конечно, что они у нас появились. Но на самом деле много с ними как бы чего-то сделать нельзя. С ними можно подать на аусвайс. Ну да, как бы. Поэтому задача номер один была получить аусвайс. Что для этого надо? Ну, в первую очередь, как и везде, ты собираешь разные бумажки, документы, делаешь фоточки. 40 евро на семью, между прочим, фоточки. Я бы не сказал, что меня сфоткали прям на десятку. Это на троечку тяну. А потом ты пытаешься попасть, собственно говоря, вот в этот ратхаус. Но попасть туда ты не можешь. Нужен термин. Термин нужно взять онлайн. А онлайн терминов нет. Ну, то есть они есть, но их нет. На следующие года там. И что ты делаешь? Ты идешь в живую очередь. Такая опция, слава богу, тоже есть. Мы 149-е. 4 часа в ожидании приема. Вообще, расплюнуться. Да, кстати, детей нужно брать с собой каждый раз, потому что они тоже получают паспорта, и вот этим сотрудникам нужно увидеть их лица. В итоге, после 5 часов ожидания, ты попадаешь в кабинет. Ну и, конечно же, по всем правилам и законам Германии, у тебя чего-то не хватает. Не того цвета бумажка была. В общем, нам не хватило перевода. Это должен был быть перевод по таким правилам из-за норм. Что мы и сделали. Но это было только начало. Короче, нам понадобилось еще около 5 недель. Несколько бессмысленных посещений этого заведения. Один раз просто тупо пропустили наш номерок. Короче, 4 часа впустую. А еще просто бесчисленное количество звонков, переписок в попытках как-то выбить себе термин. Но этого так и не получилось. Это с учетом того, что она сама дала нам свой телефон, чтобы ускорить процесс, типа. Поэтому мы пошли туда снова по живой очереди. И эта чудесная бираторша прям с порога нам говорит: ой, ребят, у вас тут небольшая проблема. Дело в том, что в аусвайсах ваши имена будут написаны по правилам из-за норма. Это вот так. Вот эти вот страшные символы, которых, конечно же, нету в немецком языке, каким-то образом должны были оказаться в наших паспортах. Если честно, мы вообще просто стояли, тупили, потому что мы не поняли, что происходит сейчас вообще. То есть ты нам сказала сделать переводы. Окей, вот тебе переводы, вот тебе все заверено, пожалуйста, с печатями, подписями. Все документы уже есть. Какая из-за норма? Да что ты, черт побери, такое несешь? Вадик в шоке, я в шоке. Переводчик, которому позвонили, тоже в шоке. Переводчик говорит: это все бред. Вообще все правильно сделано, у них там вся информация есть, все должны написать. Говорит, вам просто не повезло с биратором. Говорит, бывает иногда такое. Класс. Но это окошко с этой женщиной были непробиваемы. И она просто стояла и говорила: нет, я не могу. Вам ничего не могу. Ничего не получится. Как говорит Стефан, иншульдигун чус. Мы просто... Говорит, не могу, идите в ЗАГС. Реально, в Германии тоже есть ЗАГС. Кстати, возле немецких ЗАГСов нету лебедей. Но есть кольца. Никогда не была в ЗАГСе? Лариша, тебя это еще ждет, я надеюсь. Собственно говоря, зачем в ЗАГС? Для того, чтобы в ЗАГСе наши имена вот прям утвердили. То есть дали вот специальную бумажку, которая бы точно подтверждала, что вот это наши имена, и они должны писаться вот так. В итоге, что вы думаете? В ЗАГСе сказали, что мы были правы. И наши документы выглядят так. Ключник Вадим изменить на ключник Вадим. После похода в ЗАГС у нас появилась еще одна бумажка, абсолютно бессмысленная
и ненужная, но она у нас была. Для Германии это важно, когда у вас есть много бессмысленных бумажек. Чем их больше, тем лучше. Мало ли, какой еще бессмысленный император захочет какую-нибудь бессмысленную бумажку. Нам оставалось только получить новый термин. Да. Но у нас уже был ее e-mail. И были ее телефоны. Персональные e-mail. На которые она все равно не отвечала. Просто беспощадно. По старой традиции. В общем, на этом мое терпение, по-моему, закончилось. Я собрала все имейлы, которые нашла. Начальника ее отдела, начальника бюргер-бюро, общий информационный имейл. Слушай, надо было сразу так делать. Да, именно. Писала им письмо о том, что я думаю по поводу всей сложившейся ситуации. Да. В конце, естественно, нужно добавить «всего наилучшего». Херслихен Грюсен. Всего наилучшего. Да. И нам ответили. Это подействовало. Нам уже не нужно было ждать ни 5, ни 4 часа, просто прийти в назначенное время. Мы снова отпросили наших детей из школы и в 8 утра ровненько пришли подавать свои заявления. Так, мы снова здесь, мы снова на этом месте. Счастливые и радостные. Но нам сообщают, что это не счастливый день в Германии. В Штутгарте это не счастливый день. У них легла вообще вся система, и ничего не работает, вся база, короче, мертва. И они просто не знают, что делать. В общем, они все стояли на коридоре, всем мило улыбались и говорили: приходите. Иншульдигун чус. Но все же они очень сильно извинялись, прям иншульдигун, и назначили термин следующий буквально вот через день. И в этот раз мы наконец-то подали заявление. Мне кажется, что ты поспешил. Да? Угу. Паспорта все-таки не у нас. Действительно. Но вообще я не думаю, что это сугубо немецкая проблема. Проблемы с такими бюрократическими заведениями, я уверен, есть в каждой стране. Но вывод такой: если вы видите, что вас обслуживает немного странноватый сотрудник, может, практикант какой, я не знаю, идите к другому. Возможно, это спасет месяц, два, три вашей жизни. Очень много нервов. Да. И это только одна история и один документ. У нас их уже немало. И еще много чего предстоит добыть, оформить и так далее. Хорошо, что хоть поработать можно, сидя в бесконечном ожидании. И классно, что Дариша иногда с нами. На самом деле, довольно типичная история для жизни иммигранта. Я думаю, что у вас тоже таких накопилось, поэтому делитесь в комментариях. Да, нам тоже будет интересно их почитать. Мне кажется, есть специальный институт, где учат людей, которые работают. А они потом ездят, обмениваются опытом. Да, у них конференции проходят, и они, короче, как сделать систему более бюрократической, короче. Как эффективнее довести клиента? Да. Но мы держимся. Держимся. Мы говорили, дети продолжают заниматься с репетиторами по языкам. Но еще одним вопросом для нас были занятия с логопедом. Потому что, изучая несколько языков одновременно, можно получить неожиданные звуки. Поэтому мы записались на пробное занятие в школе «Новатор». Это живые онлайн-занятия с логопедом для детей от 4 лет, на которых педагоги с высшим профильным образованием и опытом в игровой форме комплексно работают с речью. Не в каждом городе можно найти сильного специалиста. При этом занятия проходят так, чтобы ребенок не боялся ошибок и получал удовольствие от учебы. Логопед общается с ребенком в зуме ровно так, как общался бы вживую. Новатор гарантирует результат. В среднем звук ставится за 4-6 занятий. Если прогресса не будет за минимальный абонемент в 15 занятий, то школа вернет деньги. Вы тоже можете записаться на бесплатное пробное занятие, где получите полную диагностику речи ребенка с отчетами и рекомендациями. А если после него вы захотите приобрести один из абонементов, с промокодом VadimK вы получите скидку 20% на каждый из них. Посреди этой рутины, бюрократии и непонятного эмоционального состояния нам все-таки удавалось куда-то выбираться, чтобы окончательно не поехала крыша. Итак, на февральских каникулах мы даже смогли выбраться на пару дней и покататься на лыжах в конце сезона. Тем более, что частично лыжи у нас уже есть. Ух, что, скучали по путешествиям? Сколько нам ехать? Нам ехать? Часа два. Так мало! Ура! Да, у нас, по-моему, в прошлом году был немножко передоз с путешествиями. Первый раз, как мы сюда переехали, едем куда-то не на один день. Непривычно.
очень непривычно. Но проблема была в том, что зима и сезон в этом году закончились предательски быстро. Ну как? Куда вы? Хорошо ж время проводили. Чё-то не едет. Ну хоть Гэндальфу было весело. О, Гэндальф нашел снег. Сейчас раскатаем, вот прям здесь. Это Фельдберг, Шварцвальд. Тут 16 отличных трасс, но в это время открыты были только 6. Нормально, для нашего уровня это самое то. О, жесть, чувак, ты жив. Поехали. Без позора не могу. Походу тут трасса растаяла. Оп, сюда. Норм. Первый три раза. Но надо сказать, мы все равно классно провели время. Это было важно и, я бы даже сказал, спасло ситуацию. А еще мы как-то сходили в боулинг, прикиньте. Не помню, когда последний раз мы были в боулинге. А Стефан никогда не был в боулинге. Но то, что мы давно не были в боулинге, стало заметно сразу. Это был просто час унижения какой-то. Шары упорно сходили с траектории один за одним. Ничего не помогало. Ни техника, ни эффектные позы при броске. На них делал ставку Стефан. Мы почти были в отчаянии. Но оказалось, что надо просто продержаться и продолжать искать подходы к этим кеглям. На второй час дело пошло. Залетать стало у всех. Это в целом напомнило нам ситуацию, в которой мы находимся. Может, с эмиграцией так же? Первое время вообще не понимаешь, что происходит, и чувствуешь себя полным лузером. Но потом, начинаешь делать страйки. По-моему, он сломался. О, Стефан, кидай быстрее! Надо сбить те две черные кегли. Короче, просто нельзя сдаваться и искать подходы. По крайней мере, мы надеемся, что это так. В общем, да, пока решается этот миллион разных вопросов, мы много времени теперь проводим на одном месте, дома. И поэтому мы решили сменить обстановку. Добавить немножко уюта. Да. Вот в прошлом месяце мы сделали небольшой ремонтик. И теперь снимаемся на другом фоне. Да, об этом можно посмотреть в нашем предыдущем видео. Где-то здесь. Да. Спасибо большое за ваши отзывы. И да, продолжение будет. Это будет скорее обустройство всех наших остальных комнат. С покраской стен решили притормозить. Короче, остановимся на этой комнате. Но в других комнатах тоже они были пусты, когда мы заезжали, а там у Стефана своя атмосфера, у Сони своя. Есть кабинет, совмещенный с нашей спальней. Нет отдельного кабинета, это упущение. Да нет такого, да, с панорамным видом. Да. Носатый газон. Да. Так вот, короче, да, обустраиваем эти комнаты. Большое спасибо вам еще раз за поддержку. Мы очень ценим эту обратную связь, на самом деле. Вот, ты там монтируешь тут в этой комнате видосики, какой-то фидбэк получать, это прям очень интересно. Спасибо вам. Короче, жаловаться так по полной. Еще какая-то подстава с погодой в этом году. Ну реально, ну это просто в прошлом году. Мы были здесь весной. Здесь было прекрасно. Здесь было шикарно. Тепло, красиво. Вообще, но в этом году подстава какая-то. Не то чтобы холодно, но постоянно как-то отстойно, короче. Это, если честно, вообще не помогает позитивному процессу вообще какому-то адаптации. Я так не согласен. Неправильно это. Не должно быть так. Хотя, может, я не совсем справедлив. Все-таки тепло здесь тоже бывает иногда. И, кстати, в эти моменты становится гораздо приятнее и лучше как-то. И Гэндальф не такой мокрый.
Знаете, что это? Это 4 терабайта восстановленных видео о нереально крутецком, невдолбенски-бомбическом путешествии по Скандинавии в прошлом году. Диск был серьезно поврежден, и были большие шансы, что эта информация пропала. Все есть. Все по папочкам даже. Это было очень важно для нас. Дело в том, что это не просто материал, не просто видео. Эта поездка — это лучшее, что происходило с нами в прошлом году. И, наверное, одно из крутейших приключений и путешествий вообще. На нашей тыковке с палаткой мы проехали почти 7000 километров через 3 скандинавские страны, через полярный круг. Вот. На север Норвегии, где лазили по горам, по фьордам, ночевали в палатке, в рыбацкой хижине, ели самые вкусные рыбные бургеры и видели природу невероятной, завораживающей красоты. Я знаю, что до сих пор есть немало подписчиков, которые ждут это видео и под каждым нашим выпуском напоминают, спрашивая, где же видео про Норвегию. И вот этот почти потерянный материал снова с нами. Просто бомбический. Но то, как восстановилась эта информация, это отдельная история. В общем, о том, что винчестер полетел, я узнал в Черногории. Дело в том, что винт, на который я загнал весь материал с поездки, а это 3,5 терабайта, между прочим, немного подустал. Поломка достаточно серьезная. Это было механическое повреждение диска, то есть не просто удаленный материал или что-то такое. Проблема была в самом диске, это серьезный ремонт. В Черногории найти контору, которая бы могла поремонтировать это, я не смог и не решился, если честно. После Черногории мы приехали сюда, в Германию. Я подумал, ну, в Германии-то явно, короче, найдется контора, которая сможет помочь мне с этим винчестером. Начали звонить, узнавать, отдали на диагностику, где сказали, да, ваш диск очень плох, но, как они написали, у нас есть 95% вероятности, что мы успешно все восстановим, все будет нормально. Но единственный момент — это сложный ремонт. И вам это будет стоить... Вы можете сейчас накидать мысленно, сколько может стоить восстановление 4 терабайт информации. Я готовился, что это будет недешево. Но, в общем, 3 500 евро. Там 3 700 получалось, короче, они сказали. Типа, иншульдигун, сложный ремонт, поэтому вот так. Но, говорят, это будет долго. Может быть, 2-3 там месяца. Как, короче, как пойдет. Но у нас есть быстрый ремонт. Внимание, быстрый ремонт. Месяц. 7000 евро. 7000! Я, если честно, вообще не понимаю, как это может стоить 7000. 7000 евро? Серьезно? Знаете, что будет дешевле? За 7000 будет дешевле снова поехать в Норвегию, снова это все снять, протусить там еще месяц. И это будет реально дешевле, чем доставать отсюда информацию за 7 косарей. Ну ладно, это быстрый ремонт. 3700. И у меня вообще на самом деле большие вопросы к всем вот сервисам и обслуживанию, короче, в Германии. Для того, чтобы потянуть такие вещи здесь, ну, я не знаю, все должно быть застраховано, наверное. Если бы я был, не знаю, представителем какой-то большой компании, у которой там потерялась информация, которая была бы застрахована как-то, я не знаю, киностудией какой-нибудь я был бы. Ну окей, тогда не вопрос, вот страховка, чик-чик, восстановили, там заработал кто-то, и все довольны, кроме страховой компании. Но капец, ты же не будешь страховать каждый свой винчестер, каждый свой, короче, поездку. Но это бред какой-то. А если нет, то как это вообще восстанавливать? И, кстати, любой вот ремонт, обслуживание здесь капец недешево. Это, ну это прям, да. В общем, за 3700 мы не стали его восстанавливать. Были весьма расстроены, потому что непонятно было, что делать на самом деле. Но, к нашему счастью, проездом в Штутгарте был наш друг из Польши. Короче, он забрал эту штуку в Польшу, в Варшаву. В итоге все это восстановили в Варшаве за 800 евро. 3700 и 800. Вот такая разница сервиса в Германии и в Польше. Шикарно. И это все восстановили за пару недель. Никаких там быстрых восстановлений за 7 косарей, ничего. Почтой прилетел упакованный винчестер, все готово, все довольны. После этого, если честно, вот хочется переехать в Польшу. Налоги. Налоги — это минус. Не только Германии, вообще налоги, я считаю, минус. А в Европе особенно. Это больно, дорого,
И вообще. А мы так хотели заменить нашу тыковку на что-то более просторное. Нет, мы ее любим очень. Она классная, реально. Но немного маловато для нас. Это, кстати, еще одна проблема. Она у меня на польских номерах, и ее нужно или переоформлять здесь, или гнать обратно в Польшу. Я могу ее переоформить, без пошлины, но потом какое-то время не смогу продать. Год примерно. А поменять машину мы хотели. Поэтому, скорее всего, поедет в Польшу. Но она классная. Как она круто смотрится в скандинавских пейзажах. С дрона. Просто... Кстати, может, надо кому? Прикольная тачка. Короче, налоги в Германии. Тема большая, и я не эксперт. Поэтому я могу сказать только то, как это плюс-минус будет работать у нас. Для нас это, естественно, было важно. Мы пошли к налоговому консультанту и все узнали. Но, в общем, в Германии прогрессивная шкала налогообложения. Как и много где в Европе. От 0 до 45%. 45% — это прям... Ух! И плюс к этому есть еще разные классы налогообложения. По-моему, 6 в Германии. Они зависят от того, холостой вы, не холостой, женатый, не женатый, замужем, не замужем. Какая у вас работа, сколько у вас работ, есть ли у вас дети, сколько у вас детей. Короче, там целый список разных штук. И в каждом классе чуть-чуть разные условия. Есть сумма, при которой вы вообще не платите налог. У разных классов, по-моему, она отличается. Но вот у нас, как мы узнали, она составляет 24 500 евро в год. То есть, если ты зарабатываешь меньше этой суммы, ты вообще не платишь налог. Это прикольно, но вчетвером с собакой на съемной квартире... Прожить тут сложновато, если ты зарабатываешь меньше. Кстати, когда у тебя есть семья, это немного лучше. Самый, по-моему, отстой — это быть холостяком с хорошим доходом. Но это не точно. И, конечно, чем вы меньше зарабатываете, тем меньше у вас налоговая ставка. Но зарабатывать меньше не очень хочется, если честно. Мы тут оформлены как самозанятые. Есть такое понятие. Мы производим контент и живем за авторские отчисления от его реализации. Поэтому есть тут такой не баг, а фича, как говорится. Дело в том, что мы платим налог только с чистого дохода. И именно от этой суммы высчитывается процент нашего, собственно говоря, налогообложения. А так как наша жизнь очень тесно связана с нашей работой, у нас есть огромное количество расходов и трат, которые подпадают под этот вычет. По сути, под этот вычет попадает все, что так или иначе связано с вашим бизнесом. Все ваши расходы на ваше дело. Например, частично расходы по нашим поездкам и путешествиям. Это наша работа. И это не шутка и не прикол. Мы на самом деле практически всегда, да даже всегда совмещаем наши поездки с работой. Иногда они, в принципе, и состоят из работы. У нас частенько спрашивают, вы так много ездите, где-то бываете, когда вы вообще работаете? Так в этом и прикол, что мы всегда работаем. Я не помню еще поездки или какого-нибудь путешествия, чтобы мы не работали, если честно. Плюс к этому у нас покупка одежды, которая хорошо смотрится в рекламе. Естественно, вся техника, то есть весь мой рабочий инструмент, которого постоянно каждый год я приобретаю, меняю, модернизирую очень много. Частично аренда квартиры, потому что это и наш офис, то есть мы там работаем. И даже ремонт комнаты, то есть все, что связано с рабочим местом, это тоже все, в принципе, может попасть под вычет. Даже поездка к налоговому консультанту и бензин, который я потрачу на эту поездку, я могу записать как расходы по своей работе. И, кстати, услуги налогового консультанта тоже являются расходами по работе. С них я налог не плачу. Даже еда, которую я ем на работе, это рабочие расходы. Но я не всегда тут ем, если что. Это так, для кадра. Даже чехол для телефона. Это, кстати, реквизит для съемки. Каждый год нам чехлов надо много, разных. Этот, кстати, уже все. И таких вещей за год набирается очень много. Иногда даже слишком много, мне кажется. Ты все это должен фиксировать, записывать, каждый километр, каждый чек собирать. Потом это все можно оформить, за год собирается приличная сумма, и с этой суммы ты не платишь налог. В Беларуси я платил 13% на мою деятельность. На первый взгляд меньше, но я платил со всей суммы, то есть со всего дохода. Теоретически в Беларуси тоже есть профессиональный налоговый вычет, но по моей деятельности получить его, ну, это надо сломать систему просто. А система сделана так, что она скорее сломает тебя. Не знаю, может быть, сейчас что-то поменялось или меняется, я не в курсе, не слежу. Но когда мы там платили налог, такие вычеты сделать просто нереально. Но в любом случае, система достаточно сложная. Много подводных камней, разных моментов и так далее. Поэтому в Германии выгодно найти налогового консультанта, который не просто вам объяснит, что вам делать, а будет вести ваши налоги, собственно говоря, за вас. Да, услуги такого человека тоже стоят денег, иногда даже и немало. Но в целом это окупается, потому что именно этот человек вполне вероятно поможет вам снизить вашу налоговую ставку, подскажет, что и как, и в итоге сэкономит ваши деньги.
очередь. Поэтому мы такого человека уже нашли и будем пробовать работать. Но мы первый год, и поэтому это не то чтобы теория, но мы еще сами не знаем, как это у нас получится. Поэтому вот, если в конце года нас не разденут, то значит это работает. Как-то так, короче. Вот. Еще мы переживали, что будем сильно привязаны к месту. В принципе, так и произошло, на самом деле. Ох уж это бюрократия. Но мы больше переживали из-за школы, потому что школа здесь достаточно такая четкая, просто так не вырвешься, в путешествие не сгоняешь с детьми. Но оказалось, что у них очень много форточек, больше, чем у нас было в Беларуси. Постоянно есть какие-то 4-5 дней каникулы, почти каждый месяц. И так мы в феврале сгоняли в Шварцвальд, об этом был сюжет, еще какие-то выходные дома проторчали. А пасхальные каникулы вообще были 10 дней. Мы не могли пропустить такую возможность. И хотя нам самим тут поддержка бывает нужна, мы решили сгонять поддержать Пизанскую башню. А то вдруг упадет, а мы ее так и не поддержали. К счастью для нее, она у нас всего в одном дне пути. Выезжаем мы из Штутгарта, переезжаем какие-то знаменитые горы, чуть-чуть равнины, и спустя всего 800 километров, вот она. И прикиньте, она еще стоит. Оп, успел, 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 стоит. Не падает. Надо сказать, что желающих ее поддержать тут полно. Не проходит и секунды, чтобы ее кто-нибудь да не поддержал. Мы не остались в стороне и сделали это всеми открытыми человечеством способами. Но вообще я бы так не волновался. В ближайшее время она не упадет, скорее всего. Дело в том, что падать она начала почти сразу, примерно 800 лет назад, когда построили 3 этажа из 8. Во многом поэтому строили ее долго, больше 200 лет. Она продолжала падать, а они продолжали строить. Целеустремленные ребята. Но и спасали красавицу от ее шаткого положения на протяжении всей ее истории. От замены колонн до замены грунта под ней. Ее даже немного выровняли. А в 2008 году башня перестала падать. Но в любом случае, будете рядом, заезжайте, поддержите, ведь поддержка, она всем нужна. Но вообще цель приезда в Италию была у нас немного другой. Прости нас, Пизанская башня. Дело в том, что мы давно мечтали добраться до Флоренции. Поэтому еще часок дороги, и мы на месте. О, смотрите, вот, прям на заборах уже работы Титанов Возрождения. И здесь, и вот, вот, а нет, там что-то другое. Но вот здесь это точно они. Клево, да, Гендальф? Мы во Флоренции. 15 лет Олеське обещал, что мы сюда приедем, и вот мы здесь. Конечно, во Флоренции у нас тоже был определенный план. Не просто погулять, хотя это тоже, конечно. Во-первых, найти настоящую итальянскую траторию. Первый день в поисках еды во Флоренции мы набрели на такое прикольное местечко. Но вообще сначала мы набрели на нашу подписчицу, которая нам посоветовала это местечко. Это Тратория Сабатино. И здесь реально кушают все местные. Тут официанты всех по именам знают. Это какое-то реально древнее местечко, и здесь все блюда по 5 евро. 5-6 евро. Я таких цен, если честно, несколько лет уже как не видел. Даже по одному есть. Вот Олеська кушает просто какое-то обалденное минестроне за 4 евро. 4. Остаемся здесь жить. Находится возле ворот Сан-Фредиано. Находите ворота и найдете это место. Мне так хорошо. Хорошо, когда жене хорошо. А все, что нужно, это минестроне за 4 евро. У меня хорошая жена, ее дешево делать счастливой. Только минестроне должно быть во Флоренции. А, только, да, только нюанс, минестроне должно быть во Флоренции. Как бы, а так, в принципе. После тратории, конечно, джелато. Куда без него. Дальше музей. Во Флоренции просто нельзя не сходить в какой-нибудь музей. Они тут в каждом доме почти. В эту поездку мы попали только в галерею Уфици. Но это же Уфици! Тут мы увидели работы Джотто, Боттичелли. Олеська наконец-то вживую увидела свою любимую, Весну. А еще Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Караваджо. Мы со Стефаном даже нашли свой портрет. Это было просто невероятно. Олеську мы вообще чуть не потеряли в этом музее. Довольна ли ты? Да, мечта сбылась. Я наконец-то увидела Боттичелли, о чем очень давно мечтала. Это просто вообще, конечно, у меня немножко такое одурманенное состояние, поэтому, ну что я могу сказать? Я думаю, что по возможности в этом музее реально нужно побывать каждому. Это не просто
картины, это про что-то важное очень, про то, как человек обретает себя, свое место в мире. Наверное, что касательно эпохи Возрождения, это особенно ярко видно во всех произведениях. Поэтому я в восторге. Очень рекомендую. О, «Медуза». Я тоже так могу. Еще мы заглянули в Дуомо, изнутри взглянув на невероятный купол Бронелески, хотя на сам купол не попали. Но еще прогулялись по Палаццо Веккьо, просто непостижимо, какие вещи люди творили в Средневековье. А еще мы встретились с подругой, с которой не виделись 11 лет, можно было только ради этого приехать. Ну и, конечно, мы гуляли. Очень много гуляли. Проходили по 12-15 километров каждый день и просто наслаждались этим невероятным городом и этим временем. Вообще Флоренция, это означает цветущая. У них даже герб цветущая лилия. Тут, конечно, цветов море. Обалдеть. Красота. Я же там не пролезу. Не сломаешь так, Винни-Пух. Что происходит? Оп. На что вы толкаете старого человека? Мы в тебя верим, милый. А здрасте, с рюкзаком ты, кстати, можешь застрять. Ты не толстый, а рюкзак-да. Отвлеките всех! Ты очень сильно привлекаешь внимание! Осторожно! Такая маленькая нора и такой большой вадик. Это была минута моего позора. На самом деле события, которые произошли в этом городе, и люди, которые в нем жили и творили, изменили вообще все, всю Европу, перевернули представление о человеке, о мире, а вообще во всем. Здесь произошло Возрождение. Здесь были титаны Возрождения. Леонардо да Винчи, например, Микеланджело, Донателло, вообще все черепашки-ниндзя. Я должен был пошутить об этом. А еще парень, в честь которого названо два континента. Америка Веспуччи, он тоже отсюда. Кстати, хотя здесь нет рядом моря. А еще Данте, Галилей, Макиавелли. И эти все ребята жили достаточно в сжатом промежутке времени. И самое потрясающее, в этом городе родился Пиноккио. Ну, в смысле, здесь родился человек, который написал сказку о Пиноккио. Это было чуть позже, но это тоже было здесь, а это уже серьезно. И это удивительно, что все это произошло в этом городе. Интересно, что с ним такое? Может, какие-то урожайные годы вина были, или просто вода хорошая? Но история этого города на самом деле потрясает. Здесь люди научились мыслить по-новому. И это, наверное, то, чего сейчас ищем мы в какой-то степени. Звучит, да? Кстати, дети первые словили себя на мысли, что когда возвращались, говорили «едем домой». И потом только уточняли, ну, в смысле, домой в Германию, туда, где мы сейчас живем. Да, необычное чувство. Но все правильно. Дом – это там, где мы все вместе. Гэндальф? Ну что, идем?